Всем самого подводного компотика, дорогие мои друзья. С вами, как всегда, еноцы. И смотрите, что у нас здесь за игра. Сабнаутика, или как она там правильно называется, примерно как-то так. Значит, мы разбились. Мы потерпели крушение. Я знаю, что эту игру уже проходил только ленивый, но я ее не проходил, так что, может быть, и не пройду. Но посмотреть, по крайней мере, я ее хочу. У нас есть питательный батончик, у нас есть сигнальная ракета, у нас есть фильтрованная вода. Ничего из этого нам особо не нужно, потому что я не включал режим выживания. О! А зачем? Зачем мне нужен этот? А где тушитель? Неизвестно. А, может, мне что-то надо потушить? Это было бы логично, правильно? Ну да. Хотя огнетушителям на искры не особо-то, да? Хорошо бы фигачить. Так, давайте взберемся наверх и посмотрим, что у нас здесь. А, у нас здесь красота. У нас здесь какой-то летающий скат. Наша Аврора! Аврора, к сожалению, все. Аврора упала, на Аврору нам еще только предстоит. Повреждение корпуса на орбите причины неизвестно. Ладно. Мы сюда пришли что? Мы сюда пришли купаться! Вот так вот мы сюда пришли делать. Собирать всякие обломочки. Я выгру без понятия, как играть, поэтому мы сейчас будем просто наслаждаться видом первой серии. А вы мне там, может быть, понапишите, как что правильно делать. Я пока собираю все, что вообще есть, все, что вообще нужно. У нас кислорода довольно мало, всего лишь 45. Так что на какие-то глубины мы не можем забираться. Смотри, какая рыба. Смотри, какая рыбка прикольная. Рыбка, иди сюда. Рыбка, не прячься, рыбка, не бойся, рыбка, не бойся. Я его могу схватить. О, привет, рыбка. Пискун. Пискун, ты посмотри, какой хороший пискун. Вот ты мой, ты дорогой. Да хватит погружаться, подожди, ты не надо. Да, мое, хватит тебя. Ай, ладно, пофиг. Пискунчик, привет, пискунчик, короче, тебе. Ладно, иди отдыхай. Иди там, гуляй с друзьями, развлекайся. Так, а мы здесь все смотрим. О, какая красивая графика. Как все прекрасно, как все интересно. Гигантские коралловые трубы, вьющиеся водоросль. Нам это не особо как бы... О, смотри, еще какой-то скат. Или что это такое? А ну-ка. О, еще обломки. Я так понимаю, это нам нужны ресурсы, да, для всякого разного. Поэтому в любом случае мы его собираем. Что у нас там? О, ну-ка, иди сюда. Стой. А, нельзя. Его нельзя схватить. А, как жалко. Как жалко, смотри, там что-то есть. А, это мой дом. Это мой дом родной, куда надо возвращаться. Пока что нам не надо. Разбейте известняк. Чем? А, прям руками можно? Прикольно. Медь, жизненно важный компонент для электрического оборудования. Сничтожный, это крайне малая у меня выживаемость повысилась. Хорошо, это прекрасно. Нам нужно что-то сделать для того, чтобы побольше дышать можно было. А то мы как-то... Прикольно. Так, хорошо. В трубу вышли. А, там, смотри. Там внизу что-то я вижу. Надо туда спуститься, посмотреть. Так, сейчас нам надо сначала набрать кислороду. И поехали. Я там что-то видел. Что-то я там видел интересное. По крайней мере, так, вот эта штука. Что это такое? О! Что это такое? Все понятно, все ясно. Потревожил бедную пухляшку, которая взрывается. Понятно, пухляшки, которые взрываются, нам не надо. Не надо, нам к ним абсолютно не нужно. Больше я туда не полезу. Вот когда видим такие красные штуки, туда больше не лезем. Все, запомнили. Фрагмент гравиловушки какой-то. Так, тут я смотрю, что бы можно собрать. Фрагмент радиомаяка, но я ничего не могу с ним сделать, к сожалению. У меня в инвентаре-то... уже сколько всего. Кислородных грибов я дофига что-то собрал. Кстати, кислородные грибы как-то можно использовать? Они ведь кислородные. Нет? Не могу. Наверное, из них что-то можно будет сделать... Ой, кислорода-то мало! Наверное, из них что-то можно будет сделать, из этих кислородных... Опа. Грибов. Может быть, какой-нибудь кислородный баллон или еще что-то в этом духе. Так, я пока что-то как-то ничего особо здесь не вижу. Я вижу обломки, но я эти обломки не могу открывать. Они лежат, я ничего с ними сделать не могу. Здесь вот ящики, наверное, как-то можно открывать, но пока что это невозможно для меня никоим образом. Я собрал металлолом, я собрал немножко меди. Что здесь еще? Пока что я здесь не вижу еще чего-нибудь, что нам... Кислородных грибов вижу дофига. А зачем эти кислородные грибы, непонятно. Но нам нужно какую-нибудь кислородную маску или еще что-нибудь сделать. Надо вообще рассмотреть хорошенько, что у нас есть внутри нашего, собственно, спасительного этого шлюза. И что нам нужно добыть для того, чтобы
что-нибудь себе сделать хорошее. А, так, известняк. Известняк у нас выглядит... Но сейчас я его пока не вижу. Вот там я его видел, а сейчас уже не вижу какого-то еще известничка. Нет, не вижу. А, кстати, вот этот вот, я так понимаю, его можно использовать для отпугивания... Для отпугивания рыб или для быстрого... Ну-ка. Да, для быстрого перемещения его можно использовать. Хорошо. Хорошо, для быстрого всплытия, если у нас вдруг я не прослежу за кислородом. А, вот, подожди. Это не известняк случайно? А, не, это коралловые трубы. Гигантские коралловые трубы. Нам они не нужны. А известняка я что-то не вижу. Один раз я его увидел. Медь увидел один раз. И все, и больше ничего не вижу. Больше ничего. Какой из меня исследователь? Господи, боже мой. Так, что это такое? О, нет, пошел ты нафиг! Иди ты! Не надо взрываться! Вроде как успел, да? Я вроде от него убежал. Ё-моё, вот это же надо было, а! О, привет! Бумеранг! Привет, бумеранг! Смотри, какие у него глаза! Какие глаза, он никак не ожидал вообще этого! А я тебя могу кинуть? А, нет, я тебя просто отпустить могу, ну это ладно. Отпустить мы отпустить-то мы всегда умеем. Так, что здесь у нас? Порожденное радио. Используйте ремонтный инструмент. У меня нет ремонтного инструмента. Изготовитель. А ну-ка. Ресурсы. Электроника, основные материалы, титан из металлолома, да? А, и батарея какой-то. Переносной источник питания. Зачем он мне, я не знаю. Пока что мне кажется, он мне не нужен. Куда мне эту батарею досывать? Значит, ну, титан мы сделаем по-любому. Ух, как красивенько, прикольно. Так, титан сделали, хорошо. А, дальше из электроники. Батарею пока что не будем брать. Здесь снаряжение. О, обычный кислородный баллон, 3 титана нужно. Прекрасно, по-моему, я еще могу титан сделать. Да, я, по-моему, еще могу титан сделать. Прекрасно, вот кислородный баллон у нас появляется, это хорошо. Еще делаем титан. Сейчас на все, что закупились. Так, титановый слиток даже можно сделать. Но пока подождем. Пока не подождем, не будем делать титановые слитки никакие. Пока сделаем просто титан. Больше, как можно больше титан. Титан нужен везде, титан нужен всегда. Титан это наше все, насколько я понимаю. Так, хорошо. А, из что еще есть? Ласты. Ласты силиконовой резины нужны. Сетчатое волокно. Огнетушитель тушит пожары. А, труба для подачи воздуха через насос. Нет у нас насоса. Вот плавучий воздушный насос. Плавучее устройство, закачивающее воздух в трубы, служит начальной точкой цепи труб. Ну пока я думаю, нам это не надо. Водостойкий контейнер. Хранилище, которое можно разместить в воде. Прикольно. Нам что-то, я так думаю, нам нужно что-то еще. Ну ладно, давай пока что кислородный баллон сделаем. Нам он понадобится. Вот, 75 стало прекрасно. А их как? Их можно много сделать или только один? Я могу еще один сделать, чтобы у меня кислорода было еще больше. Сделал, а толк от этого никакого. Понятно. Инструменты, между прочим. А, вот, батарея нужна, сканер, смотри. Для сканера нужна батарея, для фонарика нужна батарея. Батарея, в общем, это важная тоже штука. Для ножа силиконовая резина. Угу. Тогда делаем батарею. Батарея тогда это тоже нам нужная довольно штукенция. Для нее нужна медная руда. Ну, хорошо. Силиконовая гроздь семян водорослей. Пока что не могу такого. Титановый слиток, наверное, для чего-то нам нужен будет, но конкретно сейчас нет смысла. Так, давайте вот этот сканер, я так понимаю, он нам позволит... Сканер может быть использован для составления чертежей на основе собранных технологий записи на планете биологии. Да. Круто! Короче, чертежник этакий. Водостойкий контейнер, но пока что я не знаю, нужен он нам, не нужен. Давайте его выбросим куда-нибудь там. Угу. Хорошо, взяли. Где-нибудь, может быть, мы будем собирать его. Так, ну и обычно еще один, давай, еще один кислородный баллон возьмем. Третий, чтобы у нас уже он был. Все. Так, что у нас получается? 2 кислородных баллона. А, по одному можно иметь. Понятно. Хорошо, ладно, я не знаю, нужны ли нам еще 2, но я на всякий случай сделал. Водостойкий контейнер, ладно. Внимание, что внимание? А, внимание, это здесь, я думал, у меня в инвентаре внимание. А, энергоячейка. Что нам вообще здесь нужно-то? Хранилище. Давайте в хранилище положим кислородные грибы, нам так много их пока что не нужно. Титан пусть у нас будет пока что. Еще один, ну, пусть здесь.
Сигнальная ракета полезна для отвлечения некоторых хищников. Давайте себе возьмем, может быть пригодится, кто знает. Изготовитель аптечек. А что? 99. А, можно сейчас сделать 99, мне сейчас как раз аптечка сейчас новая будет. Ну давай, 99, 100, 100, отлично. Давай мне аптечку. Давай аптечку. Спасибо, правда она мне... А, она мне вообще-то нужна, у меня здоровье, так себе. Использовать, вот, прекрасно. А то я что-то про здоровье-то забыл. Ну, здесь нужен инструмент, ремонтный инструмент. А для ремонтного инструмента... О, смотри, что-то новое. Высокая емкость, стекло нужно. Серебряная руда. Серебряной руды-то у нас... Тю-тю, нету. Серебряной руды пока что у нас. А еще интересен мне инструмент, который может... Вот, ремонт, пещерная сера, силиконовая лизина. Ничего из этого у нас нет. Все, пошли, в общем, исследовать. Пошли исследовать. Тари-тари-та-та. У нас теперь больше запаса. О, привет, рыбки, привет, рыбки, привет, скаты, привет. О, у нас уже ночь. Ночь, ночь, ночь. Давай самосканирование. Ну-ка, кстати, самосканировать. Себя могу просканировать. Самосканирование жизни показатель в норм, продолжая наблюдение. Молодец. Хорошо, продолжай. Кислотный гриб. Сейчас все будем изучать. Все будем изучать местные формы жизни. Мне больше интересно рыбок изучать. Больше интересно рыбок изучать, нежели вот эти формы жизни какие-то непонятные. Гигантские трубы, а почему нет? Давай. Давай все изучим. Так, водоросль. Ага. Мы тут новенькие. Нам все нужно смотреть, нам все нужно. Иметь, все нужно понимать. Вон там рыбка. Ну-ка, рыбка, иди сюда. Рыбка, иди сюда, хочу тебя просканировать. Только не убегай от меня, подожди. Подожди. Вот, стой. Пузырь. Пузырь. Хе-хе-хе. На планете могут быть неожиданные характеристики сферы применения. Использование планетных ресурсов, испытанное метод выживания. Уникальная наружная мембрана может использоваться в качестве натурального фильтра для воды. Ну, фильтр для воды нам пока что не нужен. Здесь вроде бы как вода-то нормальная, да? Пока что здесь ничего... Угу. Ну вот пузыри, я так понимаю, плавают только ночью. Только ночью. Нам нужен фонарь. Вот я понял, что нам нужен фонарь, потому что ночью ничего не видно. Ну как, видно, но не особо. Допустим, что-то там рассмотреть я не рассмотрю. Так, давай сканирование. Отлично. И что? А ничего. Я думаю, что некоторые здесь ресурсы можно собрать только с помощью ножа, правильно? А чтобы сделать нож, нам нужны всякие эти силикатные какие-то штуки. О! Вот это вот, это же кусок известняка, да? Давай просканируем и... Так, разбить. Отлично, титан. Ну, нам вообще-то не титан нужен. Нам нужна медь. Ну, титан-то у нас как бы есть. Титан это хорошо, но нам нужно что-то... Нечто большее, нежели просто титан. Раковина, пластический коралл. Я, наверное, пока все не исследую. А, вот еще, смотри. Вот еще. Сейчас будем разбирать. О, медь, смотри. Что такое? Кто? Что это было? Кто там взорвался? По-моему, это где-то внутри там взорвалось. Видимо, я разбудил опять эту красную штукенцию, которая любит взрываться. Но она взорвалась где-то подо мной. Так, рыба Гэри. Ой. Подожди, что такое? Что? Не волнуйся, чувак, не волнуйся. Я хочу тебе все лишь просканировать. Газобрюх, подожди. Газобрюх, ты вроде как не опасный, да? Или что? Или опасный? Ты жопой-то ко мне не поворачивайся. А, вот, понятно, все, понял, опасный. Опасный своими газами. Ясно. Ну, газобрюх, мы изучили, да, его вроде? Вроде изучили. А, надо воды, надо воздуха. Какого воды? Воды тут достаточно. Воздуха необходимо. Все, отлично. Поехали дальше. Я изучил его или нет? Я что-то так и не понял. Ну-ка, давай. Да, я тебя... Все, не надо мне тут. Не надо мне пунять. Иди отсюда, фунька. Так. Мне нужен известняк. Я, кстати, со своим кислородом теперь уже могу погружаться на более низкие высоты. Вот это не та фигня, которая раскрывается и меня бьет. Нет, это яйцо существа. Ладно. О, смотри, вижу. Вижу что-то хорошее. Вон там я... А вон там... Вот иди отсюда! Ну не на... О, хорошо. Меня не сильно задело. Какие агрессивные рыбы-то, а? Камикадзе долбанные. Ты погляди на них, что они делают. О, привет. Привет, фуняк. Буду тебя фуньком называть.
Хорошо. Нам не сильно здоровье поранили. Абсолютно нет. Абсолютно чуть-чуть. А где наша база? Я куда уже отплыл? А, вон она. Ладно, ничего страшного. Так. А, медь. А, медь, всякий титан. Вот это вот нам нужно собирать. А, еще обломки. А, кстати, обломки. Может быть, можно просканировать обломки. Обломки у нас под капсулой. Это нам нужно назад. Ну, сейчас пока будем плыть, будем смотреть. Может быть... соберем еще титан или еще что-нибудь подобное. Пока ничего не вижу. Ничего не вижу пока что абсолютно. Вижу горы, вижу все вот это вот, вот эти вот рифы. Но на них только грибы кислородные, да и все. Собственно, еще, наверное, где-нибудь здесь сидит, конечно, этот взрывающийся гад, который любит нам нервы-то потрепать. Так, хорошо. Дальше, ну, я опять не туда плыву. Да здесь постоянно заблуждаешься. Заблудиваешься. О, смотри, там что-то интересное. Это что такое? Это что-то, это какие-то... А, не, это ничего, это просто наростики. Наростики, которые ничем нам не интересны абсолютно. Ну да, о, смотри, вижу. Ой, тут опять этот... Ну-ка. Ай, ты, зараза. Иди отсюда! Иди отсюда! Я застрял, он взорвался прямо у меня перед носом. Ну надо же. Не очень хорошо получилось. Нам нужна аптечка, потому что еще пару таких взрывов. О, привет. Я тебя что, не отпустил? Иди гуляй дальше. Не буду я с тобой ничего делать. Плохого ничего не буду делать. Давай аптечку применим. Вот, все, 95. А то нас немножко как-то разбил этот зараза, который любит. О, вот, смотри, обломки еще металлолом. Металлолом это хорошо. Металлолом это... А, что, нам его даже сканировать можно? Давай изучим. Так. Ну, разбросанные обломки, ну как бы... Я думаю, что мы не видели в металлоломе? Мы вроде как знаем, что такое металлолом, правильно? Но ничего, еще раз просканировали, лишним не будет. О, инвентарь полон? Давай что-нибудь выбросим. Допустим, вот это, да, металлолом у нас есть. А, металлолом много места занимает, все понятно. У нас есть контейнер, на самом деле, мы же его с собой таскаем, правильно? Правда, не знаю, есть ли смысл его здесь расчехлять. Я кроме одного металлолома-то здесь больше ничего и не вижу. И вроде бы как у нас недалеко наш пост. Мы туда можем все это привезти. Ну, знаете, игра довольно размеренная. То есть ты тут плаваешь, собираешь ресурсы, я так понимаю... Потом, наверное, можно строить какую-нибудь базу. Можно еще что-нибудь. 5-10. Лучшие кислородные баллоны. И, в общем, чем дальше, тем больше. Вот там еще, по-моему, металлолом лежит. Но я думаю, на этом надо нам с вами заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта игрушечка. Может быть, снимем как-нибудь еще, если захочется вам. Опять же. Вам самого наивкуснейшего компотика, как всегда. До новых встреч и пока-пока.